Ждем только опасные моменты. Собственно, вот они и начались. Это первый момент, и сразу же первый гол Тирасполя. На пятой минуте ошибка Аники и Самарджича. Не знаю, у кого из них больше. И выходит фактически один на один. Самарджич здесь, по-моему, решил, что Фалит против него шаповал. Но Влад Иванченко не дал свисток. И Попович, выйдя один на один, счет сравнял. Вывел Тирасполь вперед, а так счет сравнял Бенджамин Балима. Во втором тайме подача Становича с углового, и Балима выскакивает из-за спин защитников, отправляет мяч с убойной дистанции в ворота мимо Георгиева. 1-1, и последовал овертайм. В овертайме, по-моему, это овертайм, вот эти два момента великолепны. Да, это первый дополнительный тайм. Два момента с интервалом в одну минуту создает Шериф. Оба раза ассистирует Пешич. Сначала Лисе, потом Ребенжи. Вернее, наоборот, не суть важная. И молодые футболисты Шерифа не забивают. И тут же получают гол в свои ворота. Угловой. Очень похожий эпизод на гол Блимы. На этот раз Хауши воспользовался тем, что, на мой взгляд, ошибся на выходе Дмитрий Стажило. Был вот такой еще момент, удар Жасаном в штангу, и тем не менее. Поздравляю болельщиков Тирасполя с положительными эмоциями, футболистов Шерифа и болельщиков Шерифа не отчаиваться и ждать, наверное, оформления золотых медалей. Другого варианта, я думаю, быть не должно. Ну а вам спасибо, что смотрели, коллега, благодарю за работу. Обязательно увидимся.